Привет, меня зовут Даша. Сегодня я хочу рассказать об одной своей новогодней традиции. Раз в год, в последний рабочий день, я надеваю новогодний колпак, вязываю к нему шнуры и в таком виде иду домой, с работы домой. Машу рукой по проезжающим машинам, тем не менее бегают в ответ. Однако... В общем, да, это очень приятно оказалось. К сожалению, сейчас я не в надлежащем виде. И виной тому моя безалаберность. Сегодня утром начала собираться и просто не смогла найти этот колпак. Ой, было уже поздно покупать другой. Ну и пришлось вот таким вот образом выходить из положения. Просто пишу рук шапки. Но зато у меня есть фото, уже 3 года, и как же она возникла? Возникла она, как помните, случайно. 3 года тому назад нам клиенты подарили несколько бутылок шампанского, поздравляю с наступающим, ну, сделаю у меня одна мишура. И мы решили их оставить на последний рабочий день и вместе распить. Ну, конечно, не только нашим отделом. Нам показалось мало. Мы пошли за добавкой. И когда мы уже стали собираться уходить домой, мне этот колпак новогодний, я и на работу не ухожу в последний рабочий день, показался таким уютным, таким удобным, таким теплым, что я решила так и пойти домой, нафиг всех. И мне понравилось, я решила повторять эту традицию, но... Сегодня мне это не совсем удалось. Кстати, правда, оказался теплым, я вообще никак не замерзла, потому что фото шипастая сыграла свою благородную роль. Я хочу пожелать тебе не бояться выделяться из толпы, не бояться чужого какого-то мнения, показаться кому-то странной. Совершай безумные поступки с наступающим.